Здравствуйте, в эфире программа ДПС. В студии работает Анастасия Бойко. Сегодня о выпуске. Подушка опасности. Автомобили Mitsubishi отзывают на внеплановый сервис. Краденый бензин в пробитом баке. Инспекторы ДПС задержали иногородних грабителей. Пасмурно, на солнце. Операция «Тонировка» проходит в Новосибирске. По традиции начинаем выпуск со сводки дорожно-транспортных происшествий в Новосибирске и Новосибирской области. Минувшие выходные прошли спокойно, погибших в авариях нет. Но в ГИБДД говорят, водители правила нарушают все так же. Превышают скорость, не уступают дорогу пешеходам, либо садятся за руль в состоянии опьянения. К чему это приводит, смотрите далее. Десятилетняя девочка пострадала в ДТП на улице Авиастроителей в Новосибирске. Она переходила проезжую часть вне зоны пешеходного перехода. Водитель на «Тойоте» притормозить не успел. Девочка доставлена в больницу с закрытым переломом позвоночника и многочисленными ушибами. Сразу 4 человека пострадали в аварии в Бердске. Опытный автомобилист с 26-летним стажем двигался в сторону улицы Рогачева. При повороте во двор жилого дома не смог уйти от столкновения со встречной Toyota Camry, за рулем которой находился 16-летний юноша, не имеющий водительских прав. От удара Avensis отбросила в сторону. Машина врезалась в припаркованную у обочины Honda. Пострадали и пассажиры, и водители. Их госпитализировали с серьезными травмами различной степени тяжести. Молодой водитель на «Тойоте» ехал из Новосибирска в Омск. На трассе Иртыш не справился с управлением и врезался в попутную грузовую «Газель». Очевидцы говорят, скорость при ударе была настолько большой, что иномарка буквально въехала под задние колеса «Газели». Только чудом обошлось без погибших. У пассажира «Тойоты» диагностировали ушиб грудной клетки и сотрясение головного мозга. Не успела надавить на тормоз. Вечерняя авария произошла на Красном проспекте в Новосибирске. Девушка за рулем не заметила запрещающий сигнал светофора и не притормозила перед Рено Дастер. Итог предсказуем. В результате аварии обе машины получили серьезные механические повреждения. У Рио полностью смят бампер, у Дастера повреждена задняя часть кузова. Без прав и под градусом. Пьяный мужчина ехал на мопеде в сторону трассы М-51 и сбил пешехода, который переходил проезжую часть в запрещенной зоне. С открытым переломом правой ноги 30-летнего пешехода увезли в ближайшую больницу, а водитель мопеда отделался легкими ушибами. Ехали домой, поймали нарушителей. Два инспектора первого полка ГИБДД в нерабочее время помогли задержать грабителей. Для этого даже пришлось заблокировать движение по Димитровскому мосту. Как это было, смотрите в следующем сюжете. Выходных у инспекторов нет. В воскресенье два напарника ездили по городу по личным делам. На Димитровском мосту заметили вылетающий с автозаправки ВАЗ-2114 на бешеной скорости. Следом за легковушкой бежал заправщик. Оказалось, компания друзей не рассчиталась за бензин и пыталась скрыться. Устроили погоню. 4 экипажа участвовало в задержании. Движение на магистрали частично заблокировали. В ходе оперативных действий инспекторов автомобиль с тремя товарищами-лихачами удалось остановить. Проверка показала, молодые люди, жители Омска, приехали в Новосибирск за оптовой партией жевательных резинок. Но пробили по дороге бензобак, а денег на ремонт не оказалось. Вот и пошли на воровство, чтобы хоть как-то добраться до родного города. При задержании оказали сопротивление. Успокоили друзей только наручники. Всех троих парней доставили в отдел полиции. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Кража». «Не люблю, когда на меня смотрят». Так говорит каждый второй водитель на тонированной машине. Более того, каждый из них знает, какое наказание в случае проверки понесет и все равно пренебрегает правилами. Полицейский рейд по выявлению любителей темной пленки прошел сегодня в Новосибирске. Какую машину не останови, везде нарушение. Клейкая лента из темной пленки на передних и лобовых стеклах категорически запрещена правилами дорожного движения. Однако штрафы в 500 рублей нарушителей не пугают. Водители говорят, ездить хотят инкогнито. Чтобы никто не видел. Или солнце мешает? Да нет, солнце. Просто чтобы никто не видел. Ну, во-первых, тонировка съемная. То есть ее можно за 5 секунд снять и наклеить. А во-вторых, ну как бы не люблю, когда на меня смотрят все, как в автобусе ездят как-то. Лично мне не нравится. Замеряют светопроницаемость специальными приборами, которые несколько раз в год проходят проверку на точность. Чтобы пользоваться таким, инспекторы ГИБДД проходят дополнительное обучение. Погрешность в измерениях минимальна.
Светопропускаемость данного тонированного транспорта 11% вместо 100 положенных. Сегодня Михаила штрафовать не стали. Правила гласят, устранишь нарушение на месте, продолжаешь путь. Дело 2 минут. Вот вся проблема. Затемнение стекол другого авто практически не видно. Однако прибор не обманешь. Павел самостоятельно убирать тонировку не рискнул. Говорит, на СТО это сделают профессионалы. Придется заплатить штраф и в течение нескольких дней все-таки снять липкие шторы с окон машины. Предписание парню выдали. Каюсь. Нарушаю. Вредитель. А зачем тогда нарушаете? Вообще все плохо. Нарушаю. Да вот что-то. Забылся. Поймали сразу же. Плохо, исправлю сейчас. В ГИБДД выделяют особую группу нарушителей света. Это молодежь от 18 до 25 лет. Говорят, машина смотрится интереснее и дороже, а днем солнце не слепит. Вот только аварии с тонированными машинами случаются вовсе не днем. Тонировка в дневное время суток, а также при движении за городом, по трассам, при дождливой погоде, уменьшает обзорность водителя, что может повлиять на аварийность на территории города и области. Сейчас на рассмотрении в Госдуме находится законопроект, принятие которого может повысить штрафы за тонировку в 10 раз – с 500 рублей до 5000. Инспекторы уверены, тогда и нарушений станет в 10 раз меньше. 140 тысяч подушек безопасности опасны. Mitsubishi отзывает в России лансеры, произведенные с июня 2003 по декабрь 2008 года. Причина тому – вероятность неправильного срабатывания эйрбэга для пассажира. Полный перечень VIN-номеров автомобилей, которые подлежат ремонту, вы можете узнать на сайте Росстандарта. А уже в самое ближайшее время владельцы указанных машин получат либо устное, либо письменное уведомление о необходимости приехать на сервис. Естественно, замену инфлятора фронтальной подушки безопасности произведут бесплатно в ближайшем дилерском центре. К слову, сейчас в Новосибирске на продажу выставлены больше 120 моделей Mitsubishi Lancer, которые попадают под условия отзыва. На этом все. Если вы стали свидетелем аварии или беспредела на дороге, присылайте записи с телефонов или видеорегистраторов на почту dps.ots@mail.ru, либо оставляйте их в нашей группе ВКонтакте. Мы не будем отвечать на вопросы, мы будем решать проблемы. С вами была Анастасия Бойко. Увидимся завтра в это же время на телеканале УТС. И помните, дорога у всех одна, но куда повернуть, мы выбираем сами.